Андрей Васильев родился 16 марта 1982 года в Москве. С 1984 года живет в Зеленограде. Окончил школу искусств номер 8, а также СДЮШОР номер 111. Год проучился на физкультурном факультете МГПУ, после чего перепоступил в МИКТУСе, где тоже проучился только год. Работал в Большом театре 2001-2002 в отделе компьютерных технологий. В 2003 году поступает на факультет маркетинга в МАСАП, заочное отделение, и одновременно в РАТИ ГИТИС на специальность актерское мастерство, мастер курса, Алексей Бородин. После успешного окончания учебы был принят в труппу РАМТА, где начинал играть еще в 2007 году. Также является актером театра Романа Виктюка, членом гильдии актеров кино РФ с 2010 года, членом Союза театральных деятелей СТД РФ с 2010 года, аспирантом РУТИ ГИТИСа, научный руководитель ВА Андреев с 2011, художественным руководителем ДК МИЭТ Зеленоград с 2012 года. Получил премию за лучшую мужскую роль «Красавец-мужчина» на показе самостоятельных отрывков «Студенческая весна 2007». В 2013 году с семьей выиграл в лотерее «Грин-карт» и переехал жить в Лос-Анджелес, открыв в Лос-Анджелесе студию актерского мастерства «Станиславский студия».